то кажется, Маргулан поработал всего 20% времени от всего здания. Mm-hmm. А остальное команда сделала. Да, это правильно. Но эти 20% времени я был параноиком и перфекционистом в фундаменте, в первом этаже и втором этаже, и я отбирал каждый материал, вплоть до дверной ручки, вплоть до там, как будет крепиться дверная скоба там, и так далее, вплоть до таких вещей.